Друзья, приветствуем вас на нашем канале Animals and People. Сегодня вам расскажем историю спасения дикого животного от непонятного ошейника. В конце прошлого года американским рейнджерам наконец удалось провести спасательную операцию в Колорадо. Вместе с командой Kalaedal Parks and Wildlife они в течение недели преследовали оленя, носившего на шее автопокрышку. Попытки освободить четырехлетнего самца оленя в Апите от уникального украшения продолжались около двух лет. Впервые он привлек внимание сотрудников Национального парка еще в 2019 году. Как покрышка оказалась на шее животного, сложно представить, но в тот момент заозащитники были заняты исследованием горных козлов и не располагали необходимым снаряжением для поимки оленя. Впоследствии... Он не раз появлялся в районе действия нескольких фотоловушек. Спасатели несколько раз целенаправленно выезжали на его поиски, но животное проявляло немалую прыть и неизменно скрывалось, едва люди появлялись на горизонте. Зимой олень и вовсе мигрировал вместе со стадом. В очередной раз спасатели отправились на поиски страдальца, когда у животных начался брачный период, и не прогадали. Недельная экспедиция увенчалась успехом Лишь четвертой попытки. Выстрелить в него транквилизатором не получалось. Олень мастерски уходил от преследования, прячей за спинами сородичей и деревьями. Когда его наконец усыпили, спасатели смогли рассмотреть его ожерелье. Тяжелая шина была набита лесным мусором и землей, а под ней, на теле животного, была рана. Из-за нее рейнджеры отказались от идеи разрезать покрышку внутри которой к тому же оказались прочные стальные нити. Пока животное спало, ему спилили рога, сняли шину и обработали повреждения на шее. 270-килограммовый самец был несколько легче сородичей ровесников, зато находился в отличной форме, что и доказал людям, немедленно ретировавшись после пробуждения. Благодарим за прослушанную историю до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии в поддержку таких команд. Подписывайтесь на канал.